И вновь доброго времени суток, еще канал на Comments Paradox, и это игра 7 тайм. Собственно говоря, снова в маленьком окошечке, снова все плохо, и почти ничего не видно лично мне. Продолжим. Мы остановились на истории школьника. Угу. Да, вот это у меня в прошлый раз и выходило, когда я пыталась записывать полным окном. Фиг вам, называется. Так, с второго раза она загрузилась. Слава тебе, Господи. Не работает. Как все это произошло? Как кверху, я полагаю. Прекрасно. Это кафе? Тот парень, кажется, Минх. Тогда где все остальные? Где? Может, уже убили? Ау! Что? Что? Где? Когда? Его надо было бить? Затем. О, кажется, я еще пожалею, что у меня осталось так мало хп, и захочу это все перепройти. Как все это произошло? О, меньше вопросов, больше дела. Перестань, пожалуйста. Значит, нас Минх зарубит с первого удара. Минх, Минх. Ай! Я не успеваю! Ёб твою мать! Сука, придется перепроходить, чтобы больше хп осталось. Твою мать. Да, мы вновь на этой прекрасной пластилиновой местности. Идем по следам крови. Да, все отлично. Но у нас теперь больше здоровья. Потому что я перепрошла все это и укокошила его, когда он успел меня только один раз ударить. Да. Иди вот туда, гусь. Ты что, стреляешься тут? Его тоже? Почему? Почему это случилось? Кажется, что у тебя хп не осталось, ты должен был бы умереть. Так, темно. Я больше не могу. Я хочу свет. Свет. Суицид. Гамовер. Так, и что ты мне предлагаешь сделать с этим? Быстрее укокошить того типа? Или что? Как все это произошло? Может, не надо с ним драться, а? Кажется, Мин, где все остальные? Давай бежим отсюда нафиг, а? Ой. Он нас чуть не догнал. Есть! Его тоже! Почему? Почему это случилось? У нас есть хп! Больше не убивай себя. Так темно, я больше не могу. Я хочу свет. Свет. Так, у нас есть хп. Мы не задыхаем тут. Это генератор? Или печь, или что? Дьявол! Прошу, просто дайте мне совет! Я не хочу умереть в темноте! Ого. Он включил газ. Его... Это самое, за пределы школы рвануло. Это огонь. Почему он вызывает страх? Потому что... Тебя можно сжечь, например? Почему все пытаются меня убить? Потому что, блин, нихер не дома в такой познате делать. Звук бьющегося стекла. Не сдавайся, я должен жить. Я должен убить их всех. Господи, я должен убить тех, кто это сделал. Ай, дурилка картонная. Тебе не нужно убивать их всех. В курсе, да, что... Скорее всего, вероятнее всего... Ты надышался газом от этого химиката, блин, уродского, и поубивал всех вокруг. Серьезно, в самом начале прохождения из-за этого пацана у нас имеется разбитая бутылка.
И я более чем уверена, что там ничего хорошего не происходит. В этой бутылке. Что мне в окно? Звук доносился отсюда. За окном кто-то есть? Мои глаза я не вижу. Призрак, побудь стремяночкой, подсади. А? Б. ВГД. Хых. Что ты хочешь? Еще какие-то кусты, какие-то двери, блин, господи, какие-то окольные пути. Давай файл 4. Ну, по-моему, это опасненько сейчас. Ух ты, ёпарный маразм. Тихо. Понимаешь, что мне надо делать? Быстрей. Тихо. Спокойно. Встань. О, господи, боже, сколько вас здесь много-то. Зачем вас так здесь много? Бегись отсюда. А, меня убили. Вот срань. Я не успеваю их убивать. Не успеваю, и все тут. Что вам от меня надо? Птицу, иди. Иди. Умирай. Не в случае аптечек нет? Можно хотя бы их плоть скушать, чтобы хпшечку подлечить? Нереально здоровиться ни хрена нетушки. Хоть какой-нибудь класс зайдем, аптечку возьмем, пожалуйста. Все. Ау. Да, я в курсе. Гамовер. Гамовер. У нас есть гамовер. У нас есть мир добра и позитива. Станьте от меня. Легопа. Окошки за углом. Где это я? Почему тут их так много? Почему? Почему я не могу выйти отсюда? А, выпустите меня отсюда. Так, но остальные вроде сюда не суются. По-хорошему мне надо этих двоих разложить. Ау. Чем мы в конце коцаемся об это говно? То есть теоретически нам надо, скажем так, уложить последних двоих, чтобы нас выпустили просто. Стеньте от меня. Стеньте! Я не к вам. Три здоровых лба. Одного маленького ебанутого школьника. Я хлопкой леди у тебя, чувак. Когда? Почему? Я же нажимала. Сука. Когда успел убить? Я не Хтферштейн, серьезно. Не понимаю, когда успел убить? Встаньте! Ниды. Может, эта девка больно бьется, а? Сколько можно меня убивать? Меня никуда не пускают и заставляют умирать снова и снова. Ну, что такое, ну? Может, от них отходить, когда они бьют? Давай попробуем с первым встречным. Ударим его. И отойдем. Нет, он моментально обратно бьет. Отстань. Ай, блин, ну когда ты успеваешь-то, ну? Я ж быстро отхожу. Твою же мать, а? Медбой отдыхает, мать вашу. Ай, невозможные уроды. Так и назову серию, невозможные уроды. Так.
Вы двое из ларца. Убивающих меня. Уйди ты от меня. Тихо. Стань гнидом. Так, мне кажется, перестал уменьшаться хп. Я могу? Они все мертвы. Ну, я бы так не сказала. Там есть еще те три хмыря, которых я решила благоразумно не трогать больше. Это звук. Звук открывающейся двери. Не может быть, кто-то жив? Конечно, жив. Я не могу позволить кому-либо увидеть трупов. Я должен убить. Господи, что было в этой красной бутылке с вином, а? Какой психоделический газ, а? Многоточие. Что ты предлагаешь мне делать с этим? Там кто-то сзади! В конце концов. Что все это значит? Ничего. Доброе утро. Это просто сон? Да, представляешь, постойте. Откуда у меня нож? Это не мог быть сон. Я должен избавиться от трупов, никто не должен их увидеть. Да почему у тебя целый глаз, скажешь, пожалуйста? То, что только что был разбитым, у кровопотеки все дела. Он фонарик имеется. Действительно, раньше у него было. Трупов. Мэнг? В чем дело? Почему твой глаз дрожит? Нет, это невозможно. Мы ждали тебя, ты в курсе? Этого не может быть. Слишком долго ходил в туалет, чувак. Туалет? Что ж, некогда разговаривать, пора спешить. Иди за мной. Я бы с радостью, он никуда не идет. Он застыл как столб, блин. Думаю, что ему с этим делать. Это был сон. Как насчет ножа? Ну нашел-то где-то сраный нож, господи, ну. Мало ли приглючилось тебе с этой долбанной бутылки, ну. Может, ты из нее глотнул? Хрен тебя знает. Что? Лой, пошли, чувак. Мы нашли деньги директора. Грабанули директора. Господи, что за дети вы, чего? Бен, что это значит? Что это значит? Я должен чувствовать себя виноватым? Прекрати бормотать себе под нос. Нет. Нет. Эй, что случилось, чувак? Нет, это неправда. Это правда. Лой, что с тобой? Все в порядке? Сейчас будет головорезка. Эй! Назад! Я убью вас всех! Убью вас всех! Ты сошел с ума? Почему ты ударил меня? Почему? Почему? Ой. А, то есть это мне надо от них уклоняться, а не убивать их, да? Бляха, опять это говно. Опять это, сука, невыносимое говнище. Стань. Тварь. Отстань. Кто меня бьет? Ну, блин, приныкался в темноте такой гопник какой-то. На. Эх. Хорошо, мне не сложно. Меня бесит, но мне не сложно. Да-да, я должен, но мне нет выбора. Все плохо, все страшно. Свидетели кругом. Господи боже. Да-да, да-да, многоточие, многоточие. Что все это за ночь? Это сон? Нет, не сон. Давай уж, пошли отсюда. Трупы, не трупы, нож, господи, флешбеки вьетнамские. Пошли отсюда. Надо избавиться от трупов, а труп живой. Господи боже. Правда, неправда, иди за мной, мы с тобой разберемся. Только напарись на кого-нибудь из нас, а? Без предупреждения, конечно, это был сон. Как насчет ножа?
что алло, и пошли, чувак, это все плохо, что случилось, за что ты нас убил. Да-да-да-да-да, я знаю, я убью вас всех, вообще-то уже убил. Это нас не особо касается, да? Так, хорошо, у нас есть крыша. Крыша, на которой мы можем ходить. Нож. Нет, я больше не хочу его видеть. Чудесно. Наконец-то его нет. Все, все будет хорошо. Я устал. Почему? Почему устал? Потому что нехер бегать по школе. Шаги. Да, шаги. Представляешь, шаги. Чтобы побыстрее шагать. Who are you? Это, кажется, девушка, да? Лой. Нет. Лой! Нет! Лой! Нет, нет! И так он убежал в никуда. Наебнулся с лестницы, судя по звуку. Интересно, кто все эти истории рассказывает, а? Я не понимаю. Откуда пошло проклятие и почему оно вредит студентам? Потому что нехуй ходить по школе ночью, я тебе скажу. Не надо быть такими баранами, чтобы соваться в школу ночью. Этого никто не знает. Но рано или поздно мы узнаем все это. Глава 4. Библиотека. Где скрываются тайны? Господи, не надо мне тайн. Не хватает тайн. Мне надо засейвиться и окончить серию. Я уверен, что оставил его здесь. Кого его? Где же он? Блин, с каких пор здесь воруют блокноты? Забудь, уже поздно. Поищу завтра. Миссия обновлена, судя по звукам. Сейф. Давай заканчивать серию. Наш чувак умудрился ночью просрать блокнот. Я с ним обалдею. В общем-то, это был канал Накомец Парадокс, игра Семь Тайн. Если вам понравилось, то услышимся в следующем видео. Потому что, скорее всего, его тоже будете смотреть. Я не знаю. А так что лайки, комментарии, все это вот, подписки, все вот эти вот кнопки поделиться, все это на вашей совести исключительно. А так, хорошее времяпровождение, услышимся в следующем видео. Пока.